Вот такая вербочка. Потом начали ее немножко больше украшать, больше украшать. Украшали вот такими зеленью еловец. Ну, а потом начали украшать и бумажными цветами, и синтетическими цветами. Но я больше увлекаюсь натуральными цветами. Вот вы видите, вот тут большой цветок, сделанный с чего? С колосьев. Да. Самое важное то, что надо уметь вовремя собрать, чтобы она не перестоялась и не рассыпалась. Видите, вот она? О, не рассыпается, потому что она вовремя собрана. Это самое важное. Ну, и собираем то, что у нас растет в натуре. Вот такие. О, вот это его, они в природе такие растут. А уже это наш труд, наша фантазия. Мы ее вот вешаем в теплицу, она отбеливается. А уже когда отбелилась, то мы можем ее покрасить такую, какую нам надо. Тимофеевка. Вот это Тимофеевка лесная. Как она дрожит? Вот это лесная Тимофеевка. Это пшеница. Это слезки, овес. Целый год надо работать, чтобы получить вот эту красоту. Вот вам семь цветов радуги. И нам надо найти восьмой цвет радуги. Это смысл нашей жизни. Так? Смысл жизни какой? У каждого свой. Но для этого мы должны идти вот. Дорога до Бога, так? Верба. Дорога до Бога, так? Это что? Сердце? А сердце это что? Любовь? До Бога, до ближнего и до самого себя, так? Да. Значит, мы идем по этой дороге до Бога. Ну, кому мы подарим?